Гоа славится тем, что со всего мира сюда приезжает молодежь, чтобы немножко покурить. Но не просто сигареты, а что-то местного производства. И поэтому здесь целая коллекция невероятных приспособлений для того, чтобы наслаждаться различного вида травой. Оригинальный есть блендер. Блендер. Такая себе металлическая коробочка, с виду неприхотливая, ничего не обозначающая, но на самом деле это блендер. Специальный блендер, ребята, в который сверху кладут целые листочки конопли. Видите, специальное, где зажимается, закручивают. И потом во второй части, когда он закручивается, во второй части, как маленькая мясорубка, все это мелится. И плюс еще сквозь маленькую сеточку просыпается, чтобы на самом дне этой коробочки получилась очень мелко измельченная конопля. И поэтому по типу как самогона первак, да, самая лучшая, отборная и крепкая. И поэтому такое вот оригинальное приспособление придумали именно здесь, на Гоа. То был блендер серьезный, а это вот такой почти детский маленький позитивный шарик, который на самом деле тоже является блендером, куда вы просто набиваете листочки конопли целые и потом зажимаете шариком, крутите, конопля измельчается на самые маленькие частички, которые вам уже сами подбираете по своему вкусу. А вот прямо как настоящее произведение искусства, с самых разных материалов, начиная с дерева, камня, эбонита и какой-то, видно, кости, сделаны такие серьезные сигары для серьезных мужчин, которые, вспоминая молодость, тоже любят покурить. Сюда забивается, сколько вам надо, порция, и вот курите, как Черчилль, сигару. Трубки для курения гашиша и марихуаны самых различных видов, самыми классными национальными узорами индийскими. Есть даже под отделку под бриллианты. Видите, со стразами Сваровски, трубка для курения конопли. Есть такие стиля, футуристического стиля, прям с прямыми углами и металлического оттенка. Очень аккуратная маленькая трубка. Так как у нас привыкли делать бульбуляторы из подручных средств, то здесь на Гоа их делают самых различных цветов радуги. Так как это приспособление приносит радость, они выполнены в таких ярких, позитивных цветах. Буквально всех цветах радуги. Бульбуляторы есть стандартного размера. А есть и для серьезных мужчин побольше, вот такого серьезного размером со старую керосиновую лампу. Это, знаете, как похоже на лампу Аладдина, покуривши которую, вам, может, джина и не будет, но, по крайней мере, будут очень много новых желаний и фантазий. Рейтинг всех трубок заключает вот это оригинальное в индийском стиле национальная такая отделка. Это трубка для курения марихуаны в виде кобры. То есть кобра смотрит на вас, вы курите ее с хвоста. Привет из Гоа! Здесь очень весело. А вот и результат прямо на улице. Использование этих приспособлений. Мадам с Италии в ударе.